Как у вас там обстановка? Хорошего мало. Сегодня с утра съездили на позиции, вечером там все это забрали. Стали стрелять, мы быстро свалили от И-2. Но они не берут ни в кольцо, ничего такого. Я хуй знает. Что-то мне кажется, что уже вряд ли возьмут в кольцо. Ну, вряд ли, не вряд ли, но что-то там подвигается какого-то хуя. Я думаю, все равно ж, наверное, силы какие-то все равно стягутся. Да мы тоже думали в мае домой, авиация стала хуй, все отлично, все классно, сейчас перемесятся хуй, они не пробиваются, проходят к нам, ну, в принципе, нормально. Куда они, хуй, ну, они ближе подошли или как, Шур? Да. Насколько ближе? Ну, 2-3 километра где-то так. А были на сколько? Ну, 5-6 где-то так были. Так, пешком, сейчас ходьбы, если не успеем, блядь.